Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что же, наши ежедневочки, давай посмотрим. Нанесите 20 единиц урона героям заразительной сальцей. Твою налево, опять 300 единиц урона нужно нанести героям. И нанесите 5 единиц урона героям, используя карты антигерой. Так, подожди, карты антигерой. Черт, я забыл, что это за карты-то. Ладно, разберемся. Вначале пойдем играть за заразительную сальцу, конечно же. Конечно, блин, я за него 1000 лет не играл, но когда играл, было неплохо. Так, посмотрим сейчас сразу на колоду. Пум-пум, ну что-то как-то, Вроде как пытался на танцорах что-то я, видимо, здесь придумать. А вот тут, например, что? На животных? Заразительная сальца на животных? Ну это бред. А здесь? Тут на танцорах, да? Ну я даже не знаю, ребят. Даже ничего не... Попробуем сыграть за первую. Очень интересно посмотреть свои старые какие-то заготовки, как они будут тут работать и будут ли они вообще тут работать. Вот против пенечка-то, конечно. Заразительная сальца против пенечка, ну это как-то несерьезно. Так, мне кто-то вызов бросил. Причем же прекрасно видеть, что я сейчас в данный момент играю. Зачем так делать? Не знаю. Если я поставлю этого клоунаду, он, наверное, его шваркнет, скорее всего. Поэтому вот сидишь и думаешь, есть ли смысл. По-моему, пока нету. Пока лучше пересидеть. Потом что? А потом... Ну, если вот только этого поставить. Или... Или вот так вот сделать. Заодно... Блин, а по-моему, у пенька нет могилоедов, да? О, как... Ну, 2 урона я все равно в лицо получу, как ни крути. Ну, давай сделаем так. И... И вот так. Ах ты. Ты смотри-ка. Хорошо подготовился, а? Прям, я бы даже сказал, замечательно подготовился. Давай сделаем так. То есть, получается, если... Но 2 в лицо он в любом случае получит. Но у него сейчас могут быть... Вот как он сделал. То есть он тупо прекрасно. Ну, 4 в лицо тогда получит. Ага, 4 в лицо, размечтался. Не зря он там, ребята, придержал карту. Я даже, наверное, знаю, что там за карта будет у него. Ну, что если я сделаю вот так? Что мне это даст? Почему-то я так и думал, друзья мои. Надо вырубать его. Почему-то я так и думал, что будут замшевые вот эти вот чувачки. Почему-то я так и думал.
Давай сделаем так и так, посмотрим. Но у него наверняка еще есть такой. Вряд ли бы он с одним. Почему, ребята, у него, видишь, вот эти вот уроны. Так, чё, видишь, видишь, рыскает, ищет. Поехали. Так, ну что, получается 5 в лицо мы ему сейчас зарядим. Так, при разыгрывании карты танцующего зомби растения герой получает плюс 2 единицы урона. Ну, давай сделаем так. Сейчас у него сработает защита, понятное дело. Нисколько не удивлен, сейчас начнет прокачивать, понятное дело. Поехали. Ну какого ты лешего-то, блин? Так, раз. У меня танцор-то только, блин, один. О как, о как. Я не вижу пока, ребят, смысла в этом. Ага, все, ребят. До свидания. Получилось. Я просто переживал, что не выпадет мне танцор. Этот же у нас не танцор, насколько мы знаем. Вон тот вон. Чихающий зомби. Это не танцор. Ага, выполнили. Ну что, ребята, нанесите 5 единиц урона героям, используя карты антигерой. Черт, я не могу никак вспомнить, что за карта антигерой. Так, мне кто-то бросает вызов. Так, подожди, не, ну ты молодец, заразительный. Я не хочу, например, заразительный сальц играть. Давай, например, вот так вот. Кто там бросал вызов мне, я так и не понял. Так, антигерой, это, по-моему, все-таки у зомбарей, ребята. Так, опять, вот, опять бросает он мне вызов. Да почему заразительная сальция? Я не хочу за заразительную сальцию играть. Ну давай, блин. Нуся. Слушай, по-моему, с Нуся я уже дрался. По-моему, точно утверждать не буду. Поехали. Нуся. Я пока ничего не буду ставить. Дерзко. Дерзко начал, ладно. Давай так. Угу. Три урончика получил. Вот так вот, да, значит. Проблема в том, что, ребята, у него сейчас работает блок. Он заморозит. А, нет, блок не сработал. Заморозить не успел. О, как. Ну, заморозка. То есть 3 в лицо я ему не нанесу.
Давай сделаем так. Пока. О, смотри-ка, что у него есть. Прокачивать, да, собирается? Сюда, естественно, подвинет. А, ну, сюда. Так, ну, понятно, что это не жилец уже. А давай, наверное, сделаем вот так. И вот так. Надеюсь, бонусной атаки у тебя больше нету. А, вон ты кого ставишь. Ну, заморозку, понятно, заморозку делает. Доборы, доборы, ребята, будут, конечно же. Танцор, танцор. Давай смотреть. Так, бомбанет сюда, понятно. Угу. Так, двойной удар. Сейчас посмотрим. Понятно, что сработает защита. А что у него там осталось? А по-моему, кранты, ребят. Ну, сетый. Заморозку же он потратил. Да, это бесполезно. Это Нусе бесполезно ставить. Все. Так, ладно. Мы пере... А, здесь тоже это считается? О, как хорошо. Так, ну что, я... А, антигерой. Все, антигерой, ребят. Значит... у бесенка. Если не ошибаюсь, антигерой — это вот такие карты. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, ребят, именно со звездочками. Блин, да что, придется целую какую-то колоду создавать из таких антигероев, чтобы выиграть. Ну давай. Подожди, а задание... Так, закончить позже. Задание у нас... Разыграть или... Нанесите 5 единиц урона героям... Героям, используя карты антигероя. 5 единиц урона. Все, я понял. То есть, изменить... Как вот только это сделать? Нанести. Тут, по-моему, еще должен быть такой чувачок. Вот он, тоже антигерой. Тоже антигерой. Не знаю, брать ли мне это. Ладно, возьмем. Надо будет, наверное, вот этого взять. Плюс взять бочку. Наверное, бочку этих. Парочку. Сундучки. И, наверное, обидно будет, если ландшафты, особенно если кто-то выпадает, ребята, с могилоедами. То есть, если у него есть могилоеды, то плохо. Это же тоже, по-моему, антигерой. А, вот что нам надо было еще взять. Ну что, у нас есть тут первые ходы? Ну, как бы, в принципе, ребята, должно... А, вот, подожди секундочку. Я этих забыл взять. Шароварчиков. Почему я их называю шароварчики, сам не знаю, ребят. Но, по большому счету, они больше идут все-таки у меня...
для колоды на пиратах. Потому что пираты их могут прокачать. Блин, опять пенек. И опять наверняка на этих комках своих будет играть. Так, это лишнее. Это пока тоже лишнее. Ё-моё, ну что это такое? Ну что это, ну? Ну давай проверим. Ну и чего ты там задумался? Вот, видишь? На орехах. Поехали. На орехах, значит, да? Он решил сыграть. Не очень хорошо. Скажи, где... Опять орехи. Давай так поставим. Пока. Пумс. Угу. Двойной удар. О как. Ну, нам придется вырубать его. Нам придется вырубать через силу. Иначе хана. Ну, видишь, неудачно выпали карты. Очень, ребята, мощные, так скажем. То есть... Я не знаю, почему у него тут ягоды делают. Как бы пока не знаю, ребята, что... Ну, это все, это фиаско, ребят. Ну, что это такое? Ну, 5, 5, 8, куда? Это только в лучшем случае на следующий ход. И опять же не факт. Ну что, он сейчас сюда влепит. Ну двойной удар сделает. Сработает блок. Смотря кого он еще поставит. Если он сейчас поставит этого бананового динозавра, это будет плохо. Ну вот, выставляет вот этого. У меня нечего сейчас ставить абсолютно, ребят. Ну кровожадность. Ни к силу, ни к городу, это кровожадность здесь. Поехали. В любом случае, второй удар может нанести. Да, даже если я заморожу, он все равно пробьет. Если он сейчас кого-то спереди не поставит. А вот он как делает. Вот. Вот об этом я тебе и говорил. Что все равно два удара он нанесет. Ну ерунда, ребят, на самом деле получается. Не очень. Не очень хорошо. Плюс два. Ну, это на ландшафте, да? Ну и что он делает? В принципе, как бы, ну, ничего тут такого супер выдающегося нету. Была бы сейчас кровожадность бы, у меня бы. Можно было бы сейчас, ребят, тут наказать его. Но кровожадности, как ты понимаешь, нету. Не, бесполезно. И причем я сыграть хотел совсем, ребята, на другом. Совсем на другом. Мне нужны были персонажи, которые... Антигерои. Давай я так вот поставлю. У него может быть бонусная атака. Да что хочешь у него там может быть?
Ну и все, в принципе, нам кранты, ребят. Да, тут в любом случае кранты. В общем, не получилось. Ну это, как это сказать, не моя вина, вот так вот мне выдали, ребята, карты. Потому что вот это вот 8-8, ну, на ранней игре вот такие карты выдавать, это вообще, ребята, бесяво. И причем ни одной карты антигероя мне не выпало. Хотя я их взял. У меня там пиратиков, сколько, 4 штуки получается, да? И на марже 2. Понимаешь, да? То есть и ни одного не выпало. Расчет-то был, чтобы нанести урон, а не... Ну, здесь выпал. Ну, опять же, ребят, ну, несерьезно это все. Че у него там, орех сейчас будет, наверное? У него бомбочка. Ну, мину потратил, это, ребят, в принципе, неплохо. Сейчас поставим вот этого клоунаду. Посмотрим, что он против него сделает. Ничего нету у тебя, странно. Потратил, причем, хорошую карту. Ну, ладно. Значит, он знает, что делать, ребят. Жалко, у меня вот сейчас нет ландшафта, ребят, который мне нужен. Понимаешь, да, про который я говорю? Вот он что делает. Все-таки на хилах, да? Все-таки на хилах, я понял. Значит, все-таки ты на хилах. Сейчас работает, наверное, да? Нет, не сработало. Могилоед есть у него, интересно, или нету? Есть. Посмотрим, ребят, на следующем ходу, есть ли у него могилоед. Лишь бы у него не было сейчас родничка этого. Ты понял, о чем я говорю? О как. Блин, этот, наверное, никогда не реализуется, ребята. Где ландшафты мои? Вот скажите мне на милость. Ни одного ландшафта мне не выпадает. Он думает, применять ли сейчас хилищий этот родничок или нет. Решил не применять. О, как. Прочерк. Ну тут хана, ребята, мне. Что я могу еще сказать по этому поводу? Короче, я не могу, ребята, реализовать удар антигероя. У меня не получается. Менять в основной команде, ну это как-то, ребят, вообще несерьезно. Давай посмотрим, может быть,
У супермозга что-нибудь есть? Есть у него там такие? Есть пираты. Есть пираты. Ну, давай попробуем здесь кое-что придумать. Раз, два, три. Пойдет. На пиратах, да? Раз, два, три. На пиратах. Так, вот этих придется тогда, наверное, взять. Ну, я не знаю, ребята. Попробуем, еще раз говорю. Попробуем, что у нас из этого получится. Раз, два. Раз, два, три. Возьмем, наверное, вот это вот. Возьмем вот этих двух. Вот этого возьмем обязательно. Раз, два, три. Раз, два. Я не знаю, стоит ли мне брать. Ну, давай возьмем вот этих двух. Два сундучка, три. Раз, два. Так. Бонусные атаки, наверное, взять еще надо парочку. Ну, вот так вот и плюс. Не знаю, может быть, только карамельку взять. Попробуем. 5 единиц урон антигероем. Ну, кажется, что может быть сложного? Ну, видишь, сложно. Опять орех. Угу. Ну, ракету я, наверное, оставлю. Ну, вдруг он опять там будет. Он должен быть на хилах. Оу, оу. И сделать-то нечего, да? А могилоед-то наверняка у него есть. Но он, правда, его не сможет. Он может кого-то... О, как. Как тут... Что, приплыли, по ходу дела, да, ребят? Кактус. Даже так. Где мои, блин, антигерои, которых надо реализовывать? Вот объясните мне, пожалуйста. Я не пойму этого. Не идет игра. Да просто не идет, ребята, игра. Ну что это? Вот они в данный момент издеваются, что ли, надо мной, я не понимаю. Ну, давай так сделаем. Ну, это фигня, ребят, полная. Да. Ну вот и все, вот и приплыли, да, ребятушки. Так, ну что, мы можем здесь сигануть, в принципе. Через бонусную атаку, да? Хана.
Не, ребята, игра ни в какие ворота. Ну что они мне давали? Ты видел заклинания? Одни заклинания лежали. Одни заклинашки. Супермозг, я же вроде бы, блин, ну что это? Вот из всего, что, блин, надо. Вот были же и бойцы, и все. Нет, он мне одних это, вот это все, все из заклинаний понадавал. Удивительно. Как специально. Я тебе говорю, этот рандом, я не знаю, на чем тут основан, но такая вот фигня, ребят. Я все равно сделаю это задание. Чего бы мне это ни стоило. Ну вот опять. Ты издеваешься, что ли? Я не могу понять. У меня же есть там и за 2 единицы энергии. Почему ты мне даешь вот это-то все? Я не понимаю, ребят. Нафиг ты мне даешь? За 3, блин. Чушь полная, блин. Ну, дал пирата хоть. Спасибо хоть за пирата, блин. Бобы кидает мне. Поехали. Нам нужно 5 единиц урона, да, нанести? Не дает он мне это. Не дает он мне этой возможности нанести 5. Не, в принципе, в следующий раз можно будет отодвинуться и нанести ему 5 единиц урона. Можно сделать это через бонус. Сейчас посмотрим, как он сделает. Угу. Вот как он делает. Нам 5. Что с игрой-то? Эй. Ты давай так не пугай. Пумс. Блин, я думал, защита сработает. Ну, мы можем, например, сдвинуться сюда, уничтожить, да? Можем. Можем его уничтожить через ракету. Но этот, блин, со своими доборами заколебал. У нас работает защита от этого хламона. Короче, сейчас посмотрим, как он тут поставит. Ничего он не стал делать. Поэтому, наверное, мы сделаем вот так вот. Поехали. Угу. Ну, уже лучше, ребята. Защита, что он там сделает? Он же может заморозить. О, как делает он. Срабатывает защита, понятно. Сейчас либо заморозка, либо что там у него. Рикошет. Кого рикошетит? Вот кого он отрикошетил.
Угу. Набрал, да, нахапал. Так, ну что, бомбанем, да? Бомбанем его через ракету. Бонусную атаку делает. Так, ставим сюда. И перемещаемся. Поехали. До свидания. Да. Получилось. Получилось, ребята. Нанести сколько там нужно было? 5 единиц урона, да? Мы нанесли ему намного больше. Блин, ребята, буквально вот этих вот 100 кристаллов нам получить, и мы бы с тобой прям сегодня могли бы... Прям сегодня могли бы заработать 11 паков. Но, ребятушки, я думаю, что, наверное, все-таки мы продолжим в следующей серии. А, возможно, я за кадром набью, и все будет хорошо. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.